В Коми собрали более 3000 посланий для бойцов, находящихся сейчас на передовой. Акция «Фронтовая открытка» стартовала по всей России меньше месяца назад. В нашей республике к ней присоединились все без исключения муниципалитеты. Школы, организации дополнительного образования, колледжи, техникумы и даже детские сады. Яркие, объемные, с аппликациями и даже вышивкой. Каждый ребенок творчески подошел к созданию своей открытки. Внутри искренние слова поддержки и пожелания поскорее вернуться домой. Акция получила очень большой отклик, и мы уверены, что письма и открытки, в многие вложены даже символы какие-то Нового года, там дети пишут стихотворения, пишут поздравления, все надеются на скорейшее завершение, да, данных мероприятий и победу и возвращение домой к родным и близким. Коробки с самыми добрыми пожеланиями отправят уже 19 декабря. Благодаря тому, что удалось собрать большое количество открыток, их передадут защитникам не только из нашей республики, но и других регионов.